1 марта начнется прием заявок на детскую премию «Экология – дело каждого». В проекте могут участвовать школьники в возрасте от 6 до 17 лет. С помощью премии дети смогут реализовать самые смелые идеи и разработки в области экологии. Для участия нужно выбрать на сайте экология-дело-каждого.рф одну из номинаций «Эко-семья», «Эко-школа», «Эко-мир», «Эко-блогер», «Эко-мультфильм», «Эко-проект», «ESG-поколение», «Эко-рисунок» или «Эко-фокус». В каждой категории свое задание. Необходимо его выполнить и заполнить заявку. Их принимают с 1 марта по 1 октября. Лучшие проекты определят эксперты из природоохранного сообщества, журналисты, дизайнеры и художники. В прошлом году на премию было подано более 45 тысяч заявок. Конкурсантами стали дети из 34 стран. За активность ребятам вручили дипломы и подарки, в том числе путевки на Черное море, обучающие курсы, смартфоны и планшеты. Победители смогли реализовать свои проекты.